Нижнехоперский природный парк «Сердце Тихого Дона». Дирекция парка предлагает совершить незабываемое путешествие к природным сокровищам родного края. Вас ждет встреча с Диким Полем и Шакинской Дубравой. Вы отдохнете под сенью вековых дубов и отведаете чистейшей воды из местных родников. На территории Дубравы находится особо охраняемая природная зона – кипучий колодец. Доступ к источнику разрешен только в сопровождении сотрудников парка. Живописные пейзажи Шакинской Дубравы избрал писатель Шолохов для трагической развязки любовной истории Григория Мелехова и Аксиньи. Сам автор «Тихого Дона», напротив, повстречал в здешних местах свою единственную. Здесь же, в станице Букановской, Шолоховым были написаны первые главы знаменитой эпопеи. Более подробно об этих и многих других интересных фактах вам поведают экскурсоводы природного парка Нижнехоперский. Вы узнаете, что за гости из Скандинавии задержались здесь навсегда и кто из ровесников мамонтов избрал эти места своим домом. Посетите музей казачьего быта и познакомитесь с уникальным памятником донскому казачеству. Окунетесь в воды чистейшей реки Европы Хопра и увидите плавающие острова Бабинских озер. В дирекции парка вы сможете согласовать свой маршрут, узнать об уникальной флоре и фауне Нижнего Хопра, забронировать места на базах отдыха и решить другие организационные вопросы. Среди самых популярных услуг – сплавы на байдарках, велосипедные прогулки, спортивно-рыболовные туры и туристические походы. В парке вас ждут оборудованные кемпинговые зоны и зеленый городок. Возможно, организация питания и транспорта до Волгограда. Загадки природы и памятники культуры ждут искателей приключений и просто любителей активного отдыха. В парке возможно проведение коллективных и индивидуальных туров, корпоративных тренингов и образовательных слетов. Спортивное и туристическое оборудование предоставляется на прокат.